Каждый день мы подвергаемся психологическому давлению со всех сторон, и важно знать, насколько сильна наша внутренняя позиция. Пройдите этот тест и узнайте уровень вашей уверенности в себе на данный момент. Я покажу вам 4 картинки. Вам нужно будет ответить только на один вопрос. Не анализируйте, а выбирайте то, на чем акцентируете внимание в первую очередь. Итак, приступим к картинке номер 1. Выберите символ, который у вас ассоциируется с движением. Не забудьте считать баллы. Картинка номер 2. Выберите символ, который у вас ассоциируется со спокойствием. Картинка номер 3. Выберите символ, который у вас ассоциируется с уверенностью. Ну и последнее изображение. Выберите символ, который у вас ассоциируется с неуверенностью. Ну а теперь подсчитайте свои баллы. Если вы набрали от 8 до 13 баллов, то сейчас вы ведете себя так, как требует окружающее вас общество. Вы чересчур зависимы от общественного мнения, не уверены в себе и своих силах. Это доставляет вам много расстройств. На данном этапе вы не сдерживаете данных себе обещаний, а малейшая неудача способна вывести вас из равновесия. Вам очень тяжело заниматься тем, что вам не нравится, но делать это нужно. Если ваш результат от 14 до 20 баллов, то вы не пытаетесь что-то в корне менять в своей жизни, а действуете соответственно обстоятельствам. Если окружающие пытаются каким-то образом изменить ваше мнение или перестроить ваши поступки, то вы не сильно поддаетесь влияниям, а точно знаете, чего хотите сами. В поисках верного пути вам следует прислушаться к себе, и верное решение придет само собой. Если чувствуете, что путь неверный, откажитесь, пока не поздно. Если вы набрали от 21 до 27 баллов, то вы почему-то считаете, что в любой спорной ситуации ваша позиция правильная и выигрышная. При этом у вас есть в окружении пара человек, мнение которых для вас гораздо авторитетнее собственного. И перед их мнением вы сдаете позиции. Выручает вас то, что в критический момент вы способны подключить логическое мышление и интуицию, благодаря которым почти всегда выбираете верное направление. Если вы набрали от 28 до 34 баллов, то чем больше вы понимаете, что вы совершили ошибку и двигались в неверном направлении, тем больше вы пытаетесь оспорить этот факт. И те, кто пытаются навязать вам свои взгляды и убеждения, часто встречают сопротивление с вашей стороны. Причем, чем мощнее их напор, тем больше вы отстаиваете свои позиции. Вероятно, дело не столько в вашем упорстве, сколько в боязни и нежелании лезть на рожон и обострять ситуацию, из которой вы выйдете. Видите в некрасивом свете. Ну а если ваш результат от 35 до 40 баллов, то вы относитесь к категории людей, которые четко и прагматично идут к намеченной цели, не оборачиваясь назад. Порой вы жалеете о сожженных мостах позади себя, но отступать, к сожалению, бывает поздно. Постарайтесь развить в себе побольше дипломатичности и смирите свою несгибаемую волю. Это принесет пользу вашему общению с близкими людьми. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение об этом тесте. Сколько баллов набрали вы и совпал ли результат с тем, что есть на самом деле? Обязательно делитесь этим в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также я буду рада, если поддержите канал лайком и подпиской. Ну а мне на сегодня все. Желаю всем мира, добра, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.